Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юний, 20-й день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Память святого священномученика Методия, епископа Патарского. Сей угодник Божий Методий, из млада себе возложив Богу, сусуд честен и приятелище Святаго Духа показася, тем же и архиерейска гусана сподоби се жребием божественным, и прия паство словесних овец в ограде, патара именуемом, и же в ликийстей стране, и пасяше добре и боголюбезно свое стадо. Словесе и тихими просвещая церковно изпълнение. В то время воста Оригенова ерес и прелещаше многия, юже возмогающую святитель Христов видев, противо я явоста, яко изрядний пастир, и словесе и своим яки огнем божественным попалионою, и всякую мглу и мрак еретически истреби премудрими учении и божественною благодатью. Богодухновенная боего словеса, аки молния по вселенне облисташа, и вещание его, яко разумния труба и глас во всю землю изейде. Тем же не терпя враг невидимое дерзновение его и великих трудов о церкви Христовой и о благочестии подъемлемых, вооружи на него видимые враги слуги своя, елени идолом поклоняющиеся и на усти их, да мучительски убьют служителя Божия, и же прежде мучения во умерщвление живоносне обличеся. Ем шубу нечестивие служителя Христова Методия, мечем главу ему отсекоше. И приложи се святый на лучшую жизнь, и же первое служаше агнцу Божию, потом сам, яко агнец за клан, принесе се Богу жертва живая. Теми сугубыми венцы украси се добли по благочестии бой в поборник, противо ересей борющий и пределинами дерзновенно Христа исповедавший, даже до излияния крови и кончины мученическия. Пострада же за Христа во Аврелианово царство. Конец жития святаго свещеномученика Методия, епископа Патарского.